Свой первый старт в нынешнем сезоне рафтеры из Томской области, воспитанники учебно-спортивного центра имени Виктора Шевелева и Копыловского клуба «Одиссей» выиграли еще в 20-х числах августа. Наши спортсмены одержали уверенную победу на чемпионате России в Алтайском крае. С того момента рафтеры не позволяли соперникам близко подходить к высшей ступени пьедестала почета. Томичи выиграли все остальные старты, среди которых были всероссийский турнир «Катунь», чемпионат Сибири, всероссийские соревнования в Ленинградской области, Кубок России и два первенства страны среди спортсменов до 20 и до 24 лет. Вот такой поистине золотой сезон провели наши земляки. Рафтеры из поселка Копылово Томского района Томской области за один выезд привезли на родину огромное количество спортивных трофеев. В чем секрет успеха? Глубинка в Томской области, село и такие результаты, которые не каждый столичный спортсмен может показать. Ну, пусть это будет секретом, может быть, хотя нет здесь секретов. Все, иногда меня спрашивают, как это сделается. Тут все зависит от того, насколько кто готов пожертвовать частичкой себя там, ради любимого дела. На какие жертвы ты готов пойти, как ты готов себя отдать своему любимому делу, и через что ты готов пройти, через какие тернии ты должен преодолеть себя самого прежде всего. И прийти к звездам. Здесь все просто. И как сибирские полки, так и сибирские спортсмены порой могут делать невероятные вещи. Победы просто так не даются. Упорные тренировки, дисциплина и строгий спортивный режим. Без этого никак. Подготовка к стартам и такой длительный спортивный вояж по бурным рекам, конечно же, отняли у спортсменов немало сил. Морально, как бы, и физически было тяжеловато, но как бы мы в пик вошли, и было очень отлично. Уже остановиться было сложно, да? Да. А что самое сложное было? Ну, самое сложное, наверное, вставать рано всегда, в 6 там, утра. Отоспаться спортсменам удастся. Сейчас у них каникулы, но долго отдыхать ребятам не придется. Уже 1 декабря они должны приступить к подготовке к новому сезону. Главные старты у наших рафтеров состоятся в августе в Китае. В Поднебесной Томичи будут защищать спортивную честь России на чемпионате и первенстве мира. И на эти старты томские спортсмены уже задачу себе определили. И нетрудно догадаться, какую.